К моему телеграм-каналу привязан чат секретный. Ссылка на него будет в описании к этому видео. Значит, там отчеты о выездах рыболовных, ну, снасти, оснастки, обсуждения, секретные места, Полохово и не только. В общем, заходите, смотрите, если понравится, вступайте, общайтесь. Еще раз, ссылка на этот чат будет внизу, в описании к этому видео. Ну, а сейчас смотрите видео. Всех приветствую, друзья, это канал Рыбалка 47 регион. Еду сейчас, опаздываю, еду на вокзал встречать Эдуарда, Эдика. Он вместо того, чтобы поехать на Волхострой один, на электричке, поехал на Тихвин, а она раньше приходит. А у меня все было уже как бы спланировано, поэтому я не успеваю, он там уже минут 15 стоит. Но сейчас мы его встретим и будем искать место. Время сейчас 10:23, едем мы на реку Волхов, будем искать места для ловли. Вон он стоит. Здорово. Здорово. Как доехал? Хорошо. Только писать хочется. Чего-то в горчак вообще не ловится. Получается, что в Горчаковщине рыбы нет. Поляша, значит, не поедем. Поедем сразу в воинскую часть посмотреть. Воинская часть. Куча машин. Просто куча. Ну, сейчас выходной день сейчас, сегодня. И завтра тоже. И послезавтра. Поэтому места занимать на Волхове нужно заранее. Кто бы что ни говорил, что там кто-то какие-то места сдает. Больше мест, чем их есть, не будет. А они всегда заняты. Всегда. Потом здесь, зато, блядь. Значит, заняли мы места. Места освободились. Мы на них встали. Эдик уже ловит, я только закармливаюсь. Дистанция где-то 1,44 метра на одно удилище, на другое 37, по-моему. Измерял между колами, вот получилось так. Поставил палатку. Эдик тут не рассчитывал, оказывается, ночью ловить, да, Эдик? Ну как мы с тобой про это не проговорили, ну. А зачем тогда он приехал? Ну зачем приехал? Все. В 11 часов утра, и чтобы уехать, во сколько ты хотел? Ты сказал, рано не приезжай. Часов на 8 вечера, наверное, планировал. Ну а так... А что тут поймаешь? Останемся замечательно. Ну. У Эдика лещ. Хороший. Да он с какой-то этой, с какой-то оснасткой чужой. Еще там кого-то. Да, 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 надо будет вытащить. Ага. Ты его выбрасывай на берег. А твой-то это лещ? Или это он попался на другую кормушку? Я не знаю. Да. А как он вообще мой, попался? Вот он. Только что отцепился, он выпал.
А вон кормушечка, смотри, какая хорошая. Да, кормушка неплохая. Ну такой, докилошник. Да, да, да. Вот под кило. Три у меня, три у него товарища, прикормки просто бестолку. Дистанция бестолку. Вы на мотыля ловите? Мотыль, червь, опарыш. А червь в основном сейчас. Ну вот здесь человек на этом месте 15 килограмм поймал. А он за сутки. Ну что значит за сутки? Он вечером приехал, вот сейчас уехал. Какие сутки? 12 часов. Ночью он спал. Разве? Да. Ну он так сказал. Ну, хрен его знает. Посмотрим, что. Вон там леща-то ловят, там в этом. Ну, он... Там яма 9 метров. Там самое лучшее место, на мой взгляд. Да. Посмотрим. Поэтому у нас с одного фидера мы перешли на 2-3. Одна дистанция, вторая, третья. Он идет, клюет там на одной и третьей. Ну, грубо говоря. А какие дистанции? Ну, забровкой метров 5. Потом забровкой метров 15. Ну, за фарватером. Угу. И за 50. Ну понятно. И он просто идет, клюет у всех. Вот кто рядом был, клюет, бац-бац. Подняли, все, дальше опять тихо. Он выходит, выходит, выходит. Просто гуляет. Как вот... Он не гуляет, он просто выходит. Вот выходит и туда, там, ну, вот там он тусуется весь. Вот там на лодках его просто секут в это, на секухе. А-а-а. Так что. Не, он должен еще ловиться еще здесь. В Горчаковщине, там, в Поляшах уже. В Поляшах плохо. Пусто. Да. Он тут должен. А еще должен. Говоря, точно сидеть. Да, 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 да. Как посмотрим, какая погода будет. Юра, у тебя ведь покупной чаш, или тоже копал? Вот. Что вчера я сделал? Пуль. Вот из нержавейки, и вот так вот. Просверлил гайку уже вот так. Суровые, суровые пули Эдика. Я его слепил из того, что было. По-моему, 100 штук. Да, он тогда крупно брал. Так он же просто купил, он, по-моему, вопрос не задал. Он ВКонтакте, да, он купил ВКонтакте. У кого-то там, я не знаю, у кого. Ну тебе контакты даст, наверное, у него остались. По-моему, первый. И неплохой. Совсем неплохой. Идет оттяжка. Ну вот я его вижу. Ой, хороший, ой, хороший. Лопата. Двушечка. Ну, может быть, ну около двушечки. Может, двушки-то и нет, конечно. Полторашка точно. Только это, чтобы он живой был, ё-моё. Так за жабры, я вот так вот. Да какой за жабры? Давай за этот. За что? За рот. А как за рот-то, блин? Так. О. А что он тебе не показывает ничего? Тут не показывает. Ничего не показывает. Нолики? Да. Ребята, килограмм 690. Сейчас я покажу на другую камеру возьму.
И его да бери. Куда ты? И не надо оскорблять мою рыбу. Все, все. Я же вижу, что я же вижу, что это около двушки, блин. Я так сказал, что около двушки. Она сильная такая. Дивная даже. Грамм 3, грамм 300, наверное, да? Да. Ты зацепом, видишь, попробовал кормушечку. Суровые кормушки. Да-да-да. Суровая рыба. Видишь, только вот. Друзья, вторую удочку тоже мотыляет. Второе удилище, вон, вон, давай, вон, давай, вон, вон, вон. Сейчас проверим, что там. Вот Юра что-то тащит. Кветик, кветик. Встань вот здесь. Что там лезь, что-то. Не такой крупный, как был. Хотя хрен его знает. Что ты тут он на последних метрах-то прямо его и не взять. Бодрячка включил? Да. Ты под так-то будешь доставать, не? Или так будешь? Да, так сюда. Да, лезь. Да, да. Он уже моргается. Оп, оп. Ну да. Отходить не надо. Наоборот. Наоборот, иди. Ага. Ну да, где-то они килограммчик, да? Килограммчик. Будем считать, что здесь килограммчик. И пустой будет так. Да. Темнеет. Машин по-прежнему навалом, никто не собирается уезжать, все, я так понимаю, на ночь. Я пошел за водой, сейчас надо чайку уже попить, потому что, ну, надоело. Значит, ситуация следующая пока. Время уже 3:30, даже больше. И клёва-то особого нет, и изменилась погода. Пошел дождь. И дождь обещают всю ночь, весь вечер. Уже где-то 2 часа мы под дождем ловим. Поклевки, я бы не сказал, что частые, но они случаются. Поклевки случаются, но их особо не видно. Может быть, монтаж поменять. С одного удилища я снял фидергам. И поклевки вообще прекратились. То есть я укоротил поводок, получается. Поймал я, ну, может быть, еще 2 штуки. Даже не помню. Крупные густера. Такие, как подлещик, прям такая. Все полавливают. И слева, и справа, но без особого такого клёва. Да ё-моё! Такие поклёвки, блин. Вот что ей надо? Я вот только что была, ну, удилище дергалось на стойке. Я видел. Ну, а ничего вообще. Ерунда какая-то. Ну, червяки все видно. Да? Без всяких кормушек. Да? Просто нагрузило. Просто грузило 40 грамм. Да, а мы тут кормушки. Да кормим. Ты еще 2 кило крупнее лезь. Ну это двушечка. А это твой провод зацепил? Лезка чья-то висит. Посвети, посвети вот туда, где грузило, Ю. Чего? Вон еще что-то. Кого-то еще зацепил, наверное. Меня зацепил. Ну, отцепляй. Это двушечка 100%. Ну.
Крупнее червяк? Крупный лещ. Ну вот, это, ну. Так, блин, посвети, мне не видно ни хрена. Эдик поехал со мной, и вот, пожалуйста. Блин, что-то тут накрутилось, не вертелось твой шнур, блин. В общем, у нас ничего не клюет. Решили светлячки поставить. И вот они не горят. Ну, их практически не видно. Вот сейчас покажу я. Да, без фонаря. Вот. Вот. Не знаю, ну не видно, да? Давай. И вот сейчас Эдик, ты их погреет. И вот они становятся ярче. Вот, уже начал светиться. Ну-ка. Эдик, ой, нифига себе, день и ночь. Это я зацепил головой. О! О, какая яркость стала. Так что, кто? Не, ну главное, чтобы надолго. Может, он сейчас остынет и снова. Так что, кто не знал, вот вам такой вот. Я просто в костер их кидал, старые, блядь, и они так ярко-ярко загорали. Лайфхак. Время 9 часов. И это первый лещ, который попался в темноте. Первый вообще. Трех часов пошел дождь сильный. Невозможно рыбачить, я весь мокрый. Плащ забыл. На улице находиться не могу, промок уже насквозь, все полностью. Рыбачить невозможно. Палатка начинает промокать потихоньку. Всю ночь, считай, дождь шел. Что-то ерунда какая-то. Два леща, блядь. И там еще чего-то. Все перепутано, блядь. Ну это у тех, наверное, блядь, кормушки отрывались, блядь. Раз, два или три уже. Ну вот этот-то хороший тоже, подушку. Так я не понимаю. Ну, так, это мой с фидергамом. Хорошо. А это чей? А это, наверное, у тех, блядь, обрывы были, блядь. А это что? А это мой. Оборванный просто. Получается, на двух удочках две поклевки и перепутались. Вот так вот, да? Все. В общем, получилось... Стой! Получилось, что, значит, две поклевки одновременно на двух... У тебя там мотает удилище. Давай! Какое? Попал еще? Ах, у поклевка-то была такая, удилище прям мотал. Да не, это подлещик. Ну вот. Вот и ты обребился с утра. Пора уже было, пора. Ну, это не густера, подлещик. Ну, 2200 практически. Да, 2185. Да. Красавчик этот. А он мне кричит. 4 килограмма. 4 килограмма. 11:30. У нас практически не клюет. Но поклевывает и справа, и слева у людей. Мы как бы сегодня в аутсайдерах. Вчера ловилось, сегодня нет. Хрен его знает почему. Вот сейчас вот на двушку 2200 человек поймал леща. На выпал-то на нашу. Да. Ну ничего страшного, ладно.
нам тоже такой лещ придет. Мы надеемся, да? Ну, может, не сегодня, но в другой раз. Еще сезон не закрыт, походу. Да. Особенно в этом месте. Если бы не этот дождь долбанный. Я видел, только что рыба ушла из сетки. Мне показалось. Только что рыба ушла. Как она могла быть? Да блин, мелкая какая-то. Может, мелкая дырка? Возможно. Ну вот только что вышла, вот прям. Ты вытаскивай, посмотрим. Что поймаем? Что поймаем? Вроде нет дырок. Не, не. Это общий или одного? Не, это Дмитрия, мой ящик и вот тот ящик. Дмитрий брал только лещи. А, попалась, смотри какая. Это я Пашке хотел на вялку, но теперь она пойдет гулять. Не, на вялку. Да ну тебе, ну Паш. Пусть будет. Все, Паш, давай. А твой где? Здорово. О. Ладно, все. Здесь бестера, снизу здесь лещи. Ну лещики. Верим мы тебе, Пашка, верим. Ну что, круто набил, да? Даже сапина одна есть. Да. Это получается за целый день, ну за 24 часа, да? Ну да. Да. Мы приехали в 5 утра, ну где-то. Начали ловить в часов 7. Да, и он еще ночью подлавливал, пока я спал, что-то там ловил. Ночью он, да, ну, мы ушли все, а он... Говорит мне, иди, говорит, спать, я тебя разбужу, если клюкну. Это получается, ребята 24 часа сидели, целые сутки. Вот, наловили. Ну, наловили очень прилично, нормально. Да, если учесть то, что ночью человек не ловил, и там лещ, то это, ну, как бы нормально, хорошо. Бля, я еще мешок сложил. Ну, сложил, сложил. Ну-ка. Ну, в общем, что там, говорю? 20? 21. 21 лещ, да? Нет. Общее количество с густерой вместе, по головам. Ну, в общем, экипаж этот у нас чуть похуже. Там ребята, ты бы видел, сколько они поймали. Ну, угу. Да. Но они два дня здесь были? Один. Один? Один. Ну, такие, у них такие тумбы, набили их, блин, вообще. Да, 2200, блин, взвесывал. Да. Это мелочевка. Так, тут плавает. Подлещики, густеры, да? Да. А крупняк? Садке там. А, еще не доставали? А? Еще не доставали, что ли? Не, он там дальше. Так он остается. Сколько еще не уезжаем. Это я сваливаю. Ну, что-то Юра тянет интересное. О. Не интересное, но просто, чтобы что-то подснять, а то уж вообще кучно. Поближе. Еще ближе. Воду тоже пойди. Ну вот и лоснул, как ты. Ты не оторвался, да? Ну. Ну, замечательная рыбка. Все, выключаю. Сейчас съемку закончил, да? Нет еще? Заключительно. Ну, значит, что у нас по рыбалке получилось? В принципе, то, что хотелось, ничего не получилось. Получилось то, что получилось. Помешал нам дождь. Если бы приехали бы вчера, вчера очень хорошо клевало, и вчера была такая ясная погода, морозная, а сегодня плюс 5 и штиль, дождь, вся палатка вымокла. У меня
Не то, что вся куртка, а весь свитер, вся рубашка, все промокло насквозь. У Эдика то же самое. Но сегодня после 9 вроде как обещают, что погода наладится. И рыбаки на берегу присутствуют. Вот тут человек остается на ночь. И с левой стороны ушли, а еще новые приехали. Так что... Один экипаж там килограмм 10 поймал. Ну, я показывал, в принципе, там все понятно и так. Ну, постараемся в следующий раз исправиться. Да, Эдик? Что? Я говорю, постараемся в следующий раз исправиться и наловить побольше, да? Ну да. И погода не подвела бы. Все, друзья, сейчас я Эдика отвезу на вокзал, ему еще ехать до города вместе с рыбой, кстати. Рыбу он забирает себе, будет ее коптить. Двенадцать пятьдесят, дождь не прекращается, поэтому приняли решение ехать домой. Сейчас показываем рыбу и все. Давай, вытаскивай эту, свою. И уходи. Так. Ух ты. Так, это что у нас тут? Сколько лещей, Эдик, не считал? Ну, неважно, там один, почти 2 килограмма лещ. Да. А там камеры не видно все равно. Ну, все, да, убирай. Плохо. Сейчас я свою рыбу вытаскиваю, тоже показываю. Ну, за 10-то есть, да, но, в общем, так, сейчас я посмотрю, что там получается в этом. Расправь садок вот так вот. Расправь вот так садок, пожалуйста. Не, Эдик, вот так. Ну, считать я не буду. Все это заберет Эдик. Тут много подлещиков. Вместо густеры подлещики небольшие клевали. Такие, как густера. Если бы это были лещи, то было бы хорошо. А так, ну, то получилось то, что получилось. Все, всего доброго. Это канал Рыбалка 47-й регион. Ни хвоста, ни чешуи.